Покатаем, чё. Нет, анархию точно не хочу. Вот как раз анархию Рэдди точно откатал много. На Спайдере у него тоже, наверное, преимущество. Но как бы он специально... Лола. Что-то там... Ну, Спайдер, ты когда последний раз сыграл в оригинал, в чем свет стоит, ну так... Пришло время попроклинать. Хитрый Рэдди, да на, окей, окей, поиграем. Напомнить, что, короче, очень бедный шаблон в плане уликов, но тут очень богатые трэжи. То есть вот трэжи, которые типа супер трэжи, вот в них надо ломиться. У него реально Спайдер стал играть с ним от Ванга, да ладно. Отбирал прошаренный папашка. Не, ну на самом деле очевиднее пик был типа красное зеркало, наверное, не знаю. Нет. Так, у меня по компам какие ближайшие? Коричневый, зеленый, оранжевый, фиолетовый, коричневый, зеленый, оранжевый, фиолетовый. Ну как бы они равны. Оранжевый, фиолетовый, это чисто мои ближайшие, оранжевый, фиолетовый. Три рампа на карте, интересно. Туфритин с одним стеком, серьезно? Я даже на этих разбегаться не буду. Мне жалко кентов. Этих надо ребят валить, там конюшню, денежка. Мало кентавров. Из-за папского уфретина. Некрошуба. Некро бы. Может, некро. Смотрите-ка, работает заказ героя. Ну, кстати, с некром там мы поиграем, я думаю, эту раздачу с некрошубой и некром. Так. Но сначала нам нужно плащик бомбить побыстрее.
Ну, вот этих ребят пробить нормально.